Добрый день, дорогие подписчики, с вами Чалашев Сергей, магазин magicwand.me. Сегодня у нас опять будет тема, целиком взятая из сексологии. Итак, мы их любим, мы их ненавидим, но главное, мы их как-то выбираем. Я говорю о наших партнерах, с которыми мы занимаемся сексом или с кем у нас отношения. И главный ответ на сегодняшнее видео – производим ли мы сознательный выбор или руководствуемся какими-то мифическими и хаотическими способами для якобы оценки. И по факту просто тащим все, что плохо попало под руку. Сегодняшняя тема реально обидит очень многих. И, наверное, я даже хочу это сделать. Я расскажу вам про два аспекта, на которых зиждется человеческая сексуальность и то, что движет людьми относительно секса. Предложу небольшое количество вариаций, но закончить это видео, как я хотел, я так и не смог. Вопрос в том, есть ли вообще сознательные элементы, на которые мы можем ориентироваться. По большому счету, это видео про то, где проходит граница между научным и логическим способом выбирать и где фольклор и так называемая вера в приметы. Сегодняшняя наша тема – это ошибки при выборе сексуального партнера. Все бы мы хотели иметь простой и удобный способ или инструмент оценивать, будет ли нам хорошо с партнером или не будет ли нам хорошо с партнером. И очень часто люди, не обладая таким инструментом, начинают выдумывать себе методы оценки. Все мы знаем, что женщины часто оценивают мужчину по тому, как он водит машину или как он танцует. Есть даже попытки определить характер по форме носа и большим пальцем. По сути, просто не имея инструмента, мы начинаем его себе выдумывать. И давайте поговорим на тех инструментах, которые все-таки существуют. Начнем мы с физиологии. Я уже где-то упоминал этот термин, и, видимо, придется сделать отдельное видео, полностью посвятив его этому термину. Называется это половая конституция. В этом видео очень сокращенно, иначе бы все видео было только про эту часть. Если сказать очень-очень кратко, то соотношение наших трубчатых костей – это руки и ноги. И корпуса формируется на базе потенциала человеческой потребности в сексе и человеческих возможностей в сексе. Потому что за передачу кальция внутри кости отвечает тестостерон. Если у ребенка тестостерон был высокий, и, скорее всего, он останется с ним до конца жизни, тогда его кости в длину не смогут расти очень долго. Это не значит, что человек должен быть коротышкой. Нет, не всегда. Хотя да, огромный тестостерон не позволит человеку вырасти, вымахать в том числе очень сильно. В первую очередь, если ваши ноги равны вашему торсу, у вас очень высокая половая конституция от природы. Ну, конечно, если вы будете бухать, курить и тому подобное, то вы ее вполне себе и снизите. У девчонок за желание также отвечает тестостерон. И да, происходит то же самое. Единственное, если у мужчины очень высокая половая конституция, это соотношение 2, ну то есть одинаковое, 1 к 1, то у девочки все-таки ноги будут чуть длиннее, и соотношение будет 1:9. Потому что у девочек от природы ноги все-таки длиннее, чем у мужчин. Это особенность строения корпуса. Это не значит, что мужчина 2 метра ростом не может обладать высокой половой конституцией. Нет, если вот у него 2 метра ростом и основное это ноги, то тогда да, от природы у него, его тестостерон не замедлил произрастание костей, и у него вымахали длинные ноги и руки. Так же, как если это коротышка с высокими ногами, все равно это не подействует. Но вот коротышка с маленькими ногами, да, это вот яркий пример. Так же, как сторонний признак, это, разумеется, выпадение волос, которое говорит о высоком уровне тестостерона. Это не 100% так. На самом деле, это наблюдение где-то будет правдиво к 80-70%. Не бывает в человеческом организме все у всех одинаково. Так же, как высокое оволосинение тела всегда свидетельствует о высоком тестостероне. Итак, наш идеал – коротконогий мужчина, ну или девочка. Но опять же, чья-то физиология позволит превратиться в макаку и при низком тестостероне. А у кого-то даже при очень высоком волосы не будут выпадать, потому что он просто не будет действовать на его луковицы. И это не новый термин, он используется даже у Мастерса и Джонсон. Свои исследования они проводили в середине того века. Для особо одаренных слушателей – нет, половая конституция не отвечает за длину члена или толщину, не имеет к нему никакого отношения. Вообще, корпус и скелет человека не имеет отношения никакого к формированию, соответственно, пещеристых тел. Итак, наш идеал – коротконогая лысая девочка с волосатыми ногами. Как пример, который мы видим всегда в жизни – ребят, не обижайтесь, но это фольклор. Вот, это, соответственно, наши южные всякие регионы. Вай, давай, прокачу!
Особенно те, у кого лысая голова, короткие ноги и не очень высокий рост. И другой пример, который мы также знаем, на самом деле очень, если почитать его историю, темпераментный человек, но, кстати, большой семьянин, и вроде как там у него была одна жена, и все. Дэнни Девито, такой маленький. Все вы видели его в фильме «Близнецы» и много где еще. Напомню, это всего лишь средняя температура по больнице, так же, как размер полового члена в России в среднем 13 сантиметров. То есть понятно, что дело все это отличается. Вы можете встретить и коротконогого человека, которому секс обычно особенно не нужен, и также длинноногого человека, которому очень сильно понадобится секс. Но в среднем это будет вот так. То есть на 100 человек 70 человек будут этому соответствовать. Но также напомню, если вы будете бухать, курить, жрать всякое говно, или просто очень любить жрать и страдать ожирением, то половая конституция снизится. Что на самом деле дает нам половая конституция? Мы можем оценить себя и оценить внешне нашего там партнера, партнершу там будущих. Для чего? Разумеется, все познается в жизни, но, понимаете, если вам секс нужен каждый день, а партнеру он нужен раз в неделю, как вы ни стараетесь, вы среднее значение не найдете. У вас не получится. То есть тому человеку, которому нужно чаще, ему придется заводить себе любовницу. Вот. Ну или любовника, если мы говорим про девочку. Напомню, кто не в курсе, кто-то сейчас скажет, вау, ну это же там идеал красоты, длинноногая блондинка, там так далее. Вот. Да, идеал красоты, создавали его Дольче Габбана и подобные всякие товарищи. Им вообще-то совершенно насрать, сколько девочке нужно секса в неделю, они этим с ними не занимаются. Итак, мы знаем единственный физиологический способ хоть что-то определить про человека, его темперамент, сколько ему нужно будет, сможем ли мы с ним сосуществовать. И теперь перейдем к другому аспекту, называется это цель. У человека, любого, в сексе есть цель. Мы занимаемся сексом для чего-то. Рассматривается несколько целей. Прокреация. Ну, здесь все понятно. Это рождение детей. И если у девочки цель прокреация, ну, вы понимаете, да, после рождения ребенка такие девочки очень часто теряют полный интерес к сексу. Ну, не путайте с первым годом. Все-таки лактатный период, он обрезает тестостерон. И вообще, проработку часть гормонов и определенная доля секса действительно девочке не нужна. Я не помню сейчас какая, по-моему, клиторальная часть у нее работает нормально, а вот вагинальная у нее часть не будет нормально работать. Или наоборот, я могу сейчас путать, я не помню точно. Рекреация. Ну, рекреация – это развлечение. То есть здесь мы можем иметь и плюсы, и минусы. Как бы здесь у каждого, здесь каждый может двигать по-разному, но в целом от секса он ищет развлечение. Также в нормальных парах, не надо думать, что это вот все, ему надо поиграться и все, и бросить всех на свете. Нет, это даже в нормальных парах всегда присутствует рекреация, потому что мы занимаемся сексом, все-таки люди, для развлечения. Ну, если у нас в паре все нормально происходит. Вот если брать первые полгода, мы точно занимаемся все сексом для развлечения, рекреация. Еще один параметр, конечно же, релаксация. Вот когда у нас тут припирает, и нам очень надо, и мы очень хотим, грубо говоря, получить разрядку. И здесь очень характерно два образа, которые вот так вот присутствуют у людей. Почему-то мальчик, если ему нужна релаксация, то есть он, значит, весь такой напряженный, бегает, потрахался, все, и про все забыл. А девочка, значит, когда напряжение снять, она там испытала море оргазмов, кучу всего, и тоже так расслабилась, и она теперь хорошая. Вот, нет, на самом деле и у мальчиков, и у девочек одинаково. Есть девочки, которые кончили все, и пошел мужик нахрен, есть такие же мальчики. Вот, и есть девочки, которые кончили, все им классно, они наконец-то хорошо себя чувствуют, хорошее настроение, они любят мужчину, который рядом с ними. И то же самое и у мужчины тоже так же. Цель познания. Ну, привет, да, уже можно сказать, что вот я как одна из моих основных целей. Это удовлетворение любопытства, узнавание что-то про партнера через секс, узнавание что-то для чего-то еще и тому подобное и так далее. Вот, одна из таких самых, ну, как бы так, положительных целей, если эта цель присутствует у вас в паре, то вы все время будете куда-то там двигаться вперед и чего-то пробовать в положительном плане. Коммуникация через секс, можно иметь общение, также можно, имея секс, иметь общение с партнершей и партнером, то есть, в общем, тоже достаточно в целом положительное свойство. Также не надо думать, что познание всегда будет положительным свойством. Например, у подростков познание – это будет просто удовлетворение любопытства, а что такое секс. Партнера за этим не стоит, он не всегда будет стоять за этим познанием. Человек может просто хотеть узнать что-то для себя. Вы понимаете, да, когда у меня были экспериментуемые, моя цель –
к ним относилось очень и очень мало. Она была на то, чтобы узнать, работает определенная вещь или нет. Вот как бы, да, здесь можно сказать, что, в общем-то, я был таким плохим мальчиком. Но у меня была благая цель. Сексуальное самоутверждение, доказать себе или кому-то, ну, обычно, в первую очередь, себе, что вы привлекательны, что вы кому-то нравитесь, что вы что-то можете, что вы что-то стоите и так далее. Опять же, это может быть как положительным. То есть, да, сейчас многие поняли, что это отрицательное качество, и ко мне это точно не относится. Или, например, ко мне это точно относится. Как всегда, это может быть и положительное, и отрицательное качество. Отрицательное, конечно. Мы все понимаем, что есть товарищи, хочу перетрахать 100 баб. Ну и, кстати, бывают такие же девчонки, хочу перетрахать 300 мужиков. И это, разумеется, самоутверждение достаточно эгоистичное. Также самоутверждением может быть, я хочу, чтобы моя женщина кончала каждый раз. Ну, на самом деле, спорная часть. Многие девчонки сейчас скажут, вы задолбали, мужики, вот с этой идеей. Может, я не хочу сейчас кончать. Может, мне просто нравится с тобой целоваться и трахаться. А кончу я или нет, это не важно. И да, в этом случае это очень такая сомнительный кусочек, потому что на первое место ставится оргазм, а не все тот длинный процесс, который может давать много-много удовольствия, который происходит до этих оргазмов. Но и также самоутверждение, моя женщина меня любит, потому что вот там я делаю и то, что она хочет, и то, что я хочу, и всем удовлетворены. Тоже вроде самомнение, но положительное. Внесексуальное самоутверждение. Ну, честно говоря, здесь положительных будет очень-очень мало, потому что, в принципе, это про брак по расчету. Я получу, сейчас с ним потрахаюсь, от него что-то получу, или там с ней потрахаюсь, получу там уважение, там друзей и так далее. За счет секса мы получаем что-то вне этого секса присутствующее, что, грубо говоря, принадлежит другим людям, либо чем мы не обладаем. Не буду это долго объяснять, но как бы я не вижу тут особенно положительных. Проведение ритуала – это когда это не релаксация и не рекреация. Ну, проведение ритуала самое частое – это вот такой вот уже нудный супружеский секс. Надо вроде как 2 раза в неделю исполнить супружеский долг. Вот когда мы говорим исполнить супружеский долг, мы имеем в виду именно проведение ритуала. То есть всегда, когда это касается рутины и не особо зависит от нашего настроения. Хорошо ли это или плохо? Ну, сами понимаете, для супружеской пары, которая не очень хочет тратить друг на друга время и как-то развиваться, это, в общем, нормальная ситуация, которая склеивает брак. А, между прочим, делалось какой-то эксперимент, американцы часто любят, они давали там сколько-то денег парам, которые на грани развода, пара приходит, надо разводиться, им говорят, так, отлично, мы вам дадим столько-то денег, если вы будете раз в столько-то там, и они как-то их проверяли, ну, грубо говоря, им надо было каждый день там или через день заниматься сексом. Самое интересное, что 20% после этих пар после этого разосрались просто вдрызг, в конец. Но 80 пар придумали разводиться. Поэтому частично в ритуале есть свои плюсы, и через них можно как бы, ну, перейти к чему-то еще. Компенсация недостающих форм деятельности. Ну, например, вы не можете чего-то сделать на работе, у вас идет нервяк, и вы вот ради того, чтобы компенсировать себе плохо там, спите с женой. Ну, ей-то от этого может быть и хорошо. Бывают и более ужасные виды компенсации. В БДСМе, например, часто люди, у которых, например, очень много ответственности на работе, они идут потом к каким-нибудь доминам, и те их там чмырят. Они так вот, так вот они компенсируют. И наоборот. Люди, которые в жизни какие-нибудь там рядовые, обычные сотрудники, могут в постели быть доминантами, потому что им это вот хочется. Сразу скажу, доминант везде на свете, большая-большая редкость, и жить с такими людьми очень сложно. Я пару таких знаю, но жить с ними не собираются, они все-таки мужчины. А почему сложно? Они очень требовательные, они очень всегда хотят, чтобы было по-ихнему, и на самом деле всегда напряженные. Им расслабиться очень-очень сложно. Потому что они всегда и везде вот такие вот типа мега крутые. Хотя про одного друга он не смотрит мой канал, поэтому можно сказать, он вот такой, весь везде и всегда. Но если копнуть чуть глубже, на самом деле в отношениях все вот этого его «хочу, чтобы все было как по-моему», на самом деле исходит из обычного детского такого вот подхода. Это не мега-доминант, это такой ребенок, который там, ну, на работе, да, он там всех чмырит, ну, как по-хорошему, заставляет работать, очень жесткий. Приходит домой и начинает, как ребенок, я хочу мороженое, дай мороженое. Но только с другими интонациями, с такими же рабочими. Но если копать и смотреть, то видно вот это вот. То есть компенсация может быть всего, чего на свете. И зачастую, да, она будет иметь отрицательный характер, хотя может, еще раз говорю, иметь и положительный. Не знаю, алкоголик бросил пить, и теперь вот, чтобы чем-то себя занять, он занимает себя с женой. Вот. Это из положительных. Опять же, там, стресс на работе, он приходит домой и нормально занимается с женой, ну, без учета того, что, не знаю, там, бьет, там, что-то еще делает. Вот. То есть, когда ты компенсируешь какие-то эмоции. Созидание. Это больше относится ко всяким, соответственно, видео, к тому, вот, что я делаю. Когда вы за счет секса что-то
созидаете, это не про детей, про детей это про креацию. Когда вы за счет секса созидаете что-то еще вне секса. Ну, писать книжки про секс, неважно, технические или порнографические, это, в общем-то, пример созидания на основе секса. Ну, снова привет. Разумеется, не бывает людей, которые всегда занимаются только самоутверждением, или релаксацией, или рекреацией. Всегда это все смешанное, да еще и в какие-то этапы жизни, и с разными партнерами все это меняется, смешивается и перемешивается. Но вы, понимая, что движет человеком, ну, догадываясь, он вам никогда не скажет, что им движет. Вот обычно все люди соврут, особенно люди с высокой самооценкой, если они занимаются самоутверждением, вот они вот никогда, как я самоутверждением, да кто они такие, это, я крутой, я крутая, как бы это они тут вот там за счастье должны были принять, что там у нас секс был. Вот. Но на самом деле, как бы вот этим людям самое сложное принять свою суть. Вам все всегда соврут. Но, пытаясь угадать цели человека, вы можете вполне понять, если у человека цель самоутверждения, или у вас цель самоутверждения, вы навряд ли будете заниматься сексом ради развлечения, там, релаксации, познанием каким-то заниматься. И вы понимаете, что если у вас цель достижения, ну, не нужно пытаться думать, а как мужчина там будет себя вести в постели. Вас это собьет, вам на самом деле не нужно. Там, как бы вам не нужен человек, у которого стоит познание. Зачем? У вас там достижение, ну, то есть внесексуальное самоутверждение. Вот, все нормально, ловите. Или у вас, например, компенсация. Вот, ну, вам, собственно, не нужно ловить там постоянного партнера для этого. Ну, все вам надоест. Когда человеком движет исключительно самоутверждение, компенсация, проведение ритуала и релаксация, вот, это конечные пункты. Как бы достигнув как бы какой-то цели, ну, цель заканчивается, и все. Для этого не нужен постоянный партнер. Для этого лучше там кучу разных партнеров иметь. Другие цели, они направлены на гораздо более длительный и долгоиграющий эффект. Но достижение то же самое, оно конечно, вы достигли, и все. Вот прокреация тоже, то, ну, мужчины, вы когда выбираете, вы смотрите, если у девочки реально цель прокреации, ну, все понятно, ну, потом у вас будет трое детей, и секс будет раз в полгода, по обещанию. И, наверное, с любовницей. То есть, а если у вас цель рекреация, то есть вы развлекаетесь сексом. Да, вы будете искать, скорее всего, веселого, там, какого-то, это вот, например, для девчонок, какого-то веселого человека, открытого, там, энергичного, потому что вам это в сексе нужно. А достижение, например, вам, ну, это вторично, для вас это не так важно. Было бы классно, если бы у него были бы деньги, но вот там так далее. Понимая, какие цели нужны вам, вам проще оценивать, какие цели должны быть у человека, у партнера. Вот тогда вы не будете заниматься этой ересью, потому как человек водит машину или по танцу там пытается что узнать. Вы знаете, что если у человека цель познания, то как бы он себе секс не представлял в базисе, то он всегда способен двигаться куда-то и там изменяться. Если для него цель исключительно релаксация, вот, ну тоже навряд ли он будет там в вас копаться и с вами чем-то заниматься таким. А если у него рекреация, то сподвигнуть его на что-то еще интересное, соответственно, будет опять же легко. Поэтому вам не нужно пытаться искать вот эти несуществующие факторы и ориентироваться на народный фольклор. Типа, если у мужика там волевой подбородок, значит, он будет крепкий семьянин. Да не будет. Вообще уверенность, это, конечно, очень важная вещь. Но к поведению в постели она имеет очень-очень опосредовательное отношение. Просто когда вы вот этими вот фольклорными вещами рассуждаете, вот что на что там влияет, там как длина волос влияет на то, как человек в постели занимается, еще что-то, там таких бредов, такого бреда можно найти очень много. Если вы ориентируетесь на фольклорные вещи, вы пытаетесь оценивать человека и поведение человека на основе какого-то, вполне возможно, разового вещи, которые вы заметили, о, там, лысые мужчины очень обходительные. Только обычно нет, обычно один лысый мужчина был очень обходительным, и вы начинаете оценивать по нему. Все наши внутренние шаблоны построены на основе нашего жизненного опыта. А выделяем мы обычно тот, который положительный. И там мы могли видеть 10 лысых мужчин, а вот один был очень обаятельный и обходительный. И мы теперь считаем, что все лысые мужчины такие обаятельные и обходительные. Здесь как раз и есть разница. Пытаться с линейкой сантиметровой оценивать зеленый цвет. Или острый вкус оценивать, насколько он холодный или горячий. Когда вы знаете и говорите про четкие вещи, которые вы для себя сформулировали, вы оперируете фактами и логикой. Когда вы ориентируетесь на «ну вот так должно быть», вот, вы апеллируете к фольклору и вере. Так же, как если вы мне будете рассказывать про плавленый сыр, вы будете рассуждать, ой, вот там какие-то Е, они, наверное, вредные, а вот здесь еще вот там маслица есть, там молоко есть в компоненте, это, наверное, хорошо же, да, там помимо сыра, это же натуральные компоненты. А я, например, буду думать, что эти Е, которых вы боитесь, это солеплавители, и без них плавленый сыр вообще не получится, и ничего в них опасного нету. А наличие маслица
А наличие масла, молока, эмульгатора и так далее создано только для того, чтобы увеличить объем массы этого сыра, и вкус будет у него меньше. Просто потому что я знаю, как он делается, а вы не знаете. И я буду оперировать к фактам, а вы к фольклору. Вот фольклор, то, что Е все вредные, молоко хорошо, масло хорошо. А для меня это будет означать, что там 30% сыра, там 20% масла, 30% молока, и чтобы все это там, то есть вкус будет размазанный, никакой. Это я буду оперировать к фактам. У меня в тексте написано продемонстрировать плавленый сыр, не могу, я его сожрал. У нас операторша вчера забыла аккумулятор, вот, и съемки перенеслись. Для чего вам это все вообще нужно? Оно нужно, чтобы вы, строя коммуникацию с человеком, могли задавать ему какие-то вопросы про секс или про что-то, и понимать по его ответам, ну, к чему, скорее всего, он стремится, ну, понимая, что он вам врет. Так, например, психологи, когда с ними знакомишься, они очень часто начинают задавать вопросы, ну, относящиеся к обычной бытовой совместимости. То есть, например, там, тепло или холод, сова, жаворонок, пицца или суши, там, кошки или собаки, там, красный или зеленый, там, если это мы про цвет стены или там постельного белья имеем в виду. Это некий такой набор провокационных вопросов. И я, например, как человек, что-то знающий про секс, я тоже буду задавать провокационные вопросы про секс. Ну, конечно, не с первого знакомства. В первом знакомстве вас просто забанят сразу же. Чем также хороши провокационные вопросы? На их основе вы можете начать общение про секс. Потому что если вы просто спросите, как тебе минет, как тебе кунилингус, ну, скорее всего, ваше общение быстренько так там будет «да», «нет», «нет», «да». И дальше оно не пойдет. Видимо, отдельно я еще сделаю видео по набору каких-то легальных вопросов, которые можно задавать там в паре. Но сегодня я скажу про два из них. То есть, чтобы вы как раз могли начинать общение и пытаться там понять про себя, какие цели перед человеком стоят. Первый вопрос. А что, если я вдруг захочу чего-то, что тебе может в сексе не понравиться или что ты считаешь плохим? По сути, я сразу скажу, на самом деле варианты ответов не важны. Вы просто видите, способен человек с вами общаться про секс или не способен, или он закрывает тему, и все, если тема закрывается, навряд ли она будет поднята потом в дальнейшем. Навряд ли человек будет способен про это разговаривать. Ну, то есть в нормальном виде вы, скорее всего, дальше услышите «а какие?». В принципе, если это был просто проверочный вопрос, способен ли человек говорить на эту тему, ну, вы просто и отвечаете, говорите, ну, в общем-то, никакие, просто мне интересно было, там, будешь ли ты способен подобное обсуждать или не будешь. Второй вопрос, который еще можно задать, а что ты вообще знаешь на тему секса? А изучал или читал ли ты что-нибудь на тему секса? «О да, детка, каждый вечер» или «О да, детка, тебе понравится». Но здесь все просто. Это вариант закрытости общения. Опять же, все подобные варианты не предполагают дальнейшего общения, скорее всего. Ну и не предполагают, что человек чего-нибудь там учил, изучал. Если он что-нибудь копал, он вам скажет, там, похвастается. Ну, как бы те варианты явно самоутверждения. Ну, как бы дальше смотрите, нужно вам это или нет. «Читал в интернете». На самом деле скользкий момент, потому что, когда я вижу статьи, которые написаны журналистами, вот, все под одну копирку на какую-нибудь тему про секс, вот, мне читать, честно говоря, ну, очень, очень скучно и смешно. Потому что там обычно вот берет журналист, он идет на сайт и читает что-нибудь, и что-то такое выкладывает какую-то статейку в интернет. Более того, все эти статьи на самом деле под копирку переписаны. Поэтому вот читал в интернете скользкий момент. И, скорее всего, за этим нет ничего. Все, что, может, человек там читал, это как там минет, куни, там какие-то такие базовые вещи, причем там такие 1000 символов. Если человек говорит, что он какую-то книгу прочитал, вот это, например, уже гораздо больший объем информации, потому что даже если он говорит, что я там посмотрел 2-3 ролика, вот 2-3 ролика, они, знаете, разные бывают. Бывает, кого я, опять же, смотреть не могу, бывает, кого могу. Но просто я вам скажу, чем отличается книга от ролика. Если 40-минутный ролик, это где-то 15 000 символов, то, что вот я вот наговариваю на камеру, это где-то 15 000 символов в текстовом варианте, то книга, самая маленькая брошюрка, повесть, занимает 100 000 символов, а нормальная 300 000. Ну, то есть объем будет совершенно разный, насколько это отличается. Ну, еще один ответ, вариант, все, что нужно, мы знаем от природы. Ну, на уровне собачек, лошадок, да, вот так же мы знаем и будем знать и про секс. Опять же, цель этого вопроса только узнать, может ли человек на тему секса общаться. И насколько он, грубо говоря, не уверенный в себе, а самоуверенный. То есть, если его ваше мнение вообще не интересует, он вот скажет такие вот самоуверенные фразы. Следующие простые вопросы начинаются всегда так. Нравится ли тебе или как ты относишься к... Дальше, соответственно, поцелуи, минет, кунилингус, вагинальный секс... Оральный секс, анальный секс, секс втроем,
Вот меня, например, иногда спрашивают сейчас, как ты относишься к сексу втроем. Ну, потому что со мной легко говорить на тему секса. Я вроде как бы понятно, у меня магазин, я тут лекции какие-то читаю. Но с другой стороны, девчонки, конечно, опасаются, что я прям вот какой-то совсем уж такой вот разнузнанный чувак, и мне там вот подавая уже какой-то жести, на которую они не готовы. Поэтому вот такой вопрос мне, например, задают. Ну и плюс его, конечно, сейчас задают, потому что очень многие мужчины считают, что вау, это здорово. Но напомню, что примерно 80% пар, которые потом пробуют секс втроем, там, постоянный партнер, постоянная партнерша, и вот они там приглашают еще одну партнершу, вот 80% потом расстаются. Ну и невербальные моменты. На самом деле, самая зыбкая почва, потому что темперамент человека может быть на самом деле скрыт, и в реальной жизни он может себя вести по одному. Как я говорил, например, в варианте со многими доминантами в БДСМе, в жизни они очень часто обычные средние люди. И никаким там вот ярким поведением не отличаются. Поведение, как ведет себя человек, в большей степени основано на его всяких психотипах, на его личной истории, и вообще это относится к какому-то дикому психоанализу. Поэтому пытаться по невербалике определять хоть что-то, зачастую обычным среднестатистическим человеком, он ничего не определит. Он определит какую-то иллюзию, то, что показалось ему самолично. Но да, конечно, если вы любите веселье, выбирать там спокойного человека, наверное, смысла нет. Если вы, наоборот, хотите спокойной семейной жизни, выбирать какого-нибудь экстремальщика или безумно веселого человека, тоже нет смысла. Если вы не такой, вам это все не нужно. Поэтому выбрать себе там суперидеального мужчину во всем, а подумайте, насколько даже вы сможете разделять то, что нравится ему. Поэтому, говорю, невербалика – самый-самый зыбкий момент, по которому можно хоть что-то определять. Итак, с вами был Чалышев Сергей, магазин magicwand.me. В следующий раз мы, наверное, поговорим с вами про минет.